Деяние первое. Обращаться к Аллаху с мольбами у могил. Обращаться к Аллаху с мольбами у могил. Хукм запрещено. Еще есть варианты? Путь к ширку. Еще есть варианты? Малый ширк. Еще есть варианты? Уточнение. Здесь необходимо уточнение. Если он пришел туда, чтобы обратиться к Аллаху, субхана ва тааля, с какими-то личными просьбами, думая, что там, на могиле, Аллах отвечает особо на дуа, например, пришел и говорит, о Аллах, дай мне жену праведную, Аллах, надели меня женой, детьми, то это хукм этого харам и бид'а. Это бид'а, это нововведение. Если просит самого умершего, мы говорили, это что? Это большой ширк. А если пришел туда и делает дуа, которому научил пророк, алейхиссалату вассалям, тому дуа, которое делается за умершего человека, чтобы Аллах, субхану ва тааля, дал ему избавление, то дуа, которому научил пророк, алейхиссалату вассалям, нас произносить при посещении могил, тогда хукм этого сунна. Тогда хукм этого сунна. Три вида посещения есть могил, мы говорили с вами. Зияра сунния, то есть зияра по сунне, посещение. Зияра бидия, зияра, которая является нововведением. И какая зияра? Ширкия, зияра, которая является ширкией.